Всем привет, мои дорогие друзья! Ты находишься на канале Иван и Вадим. И сегодня мы посмотрим, заценим вот такие вот сигаретки. Сигарилы, хотел сказать. Сигаретки под названием Давидов. Давидов Rich Fusion. Я так понимаю, это Давидов с капсулой. Видите, какая пачка красивая? Пачка сделана, ну, дизайнерски, очень красиво. Очень похожа вот на мою курточку. Вот, понимаете? Кто у нас производит эти сигаретки? Изготовлен под контролем Германия, Гамбург. Кто делает Империал Табака Волга? 20 сигарет с фильтром. Друзья, Давидов Rich Fusion. Давидов — это легендарный, знаменитый бренд, который просто на все в наших странах СНГшных, да, просто он похоронен. Вот и все. Также Давидов — это не только, что мы знали, что это сигареты. Давидов еще знаменит своими сигарилами. Они довольно дорогие. Вот, так что, если будет желание, ставьте лайки, я не знаю, я посмотрю, если видео наберет много просмотров, мы сделаем еще обзоры на сигарилы Давидов. Но это совсем другая тема, потому что сигарилы Давидов никакого отношения вообще к Давидов, к сигаретам, которые продаются на рынках СНГ, не имеют отношения. Совсем другое подразделение их делает, и там совсем другой контроль качества и все на свете. Сегодня же у нас Давидов вот такой вот. Давайте вскроем. Сколько стоила эта пачка, кстати? Эта пачка стоила 111 рублей на 10-19. Ну, друзья, вскрываем. Вот наш Давидов. Я еще его не пробовал. Я знаю, вы любите смотреть обзоры на капсульные сигареты. Так что вот, что нас здесь встречает. Ага. Вот такая вот красивая тут у нас картиночка нас встречает. Rich for More. Вот. Это мы оставим, мой подписчик. Вот, спонсор канала попросил, чтобы я вот эти вот бумажечки ему собирал, он их коллекционирует. Так что, Лёшка, мы их собираем. Кстати, это один-единственный спонсор, который оформил подписку на уровне хард. Вот, Лёш, спасибо огромное. Уже, по-моему, третий месяц уже на ней находится и не убегает оттуда. Вот, так что вы тоже становитесь спонсорами канала, чтобы видеть чаще мои ролики. И для спонсоров очень много сейчас роликов в закрытом доступе для них. Друзья, вот так вот выглядит наши сигаретки. Довольно стильно, молодежно. Фильтра у нас вот такие, мы видим. Ну, только да, только что можно сказать, тут стильно, молодежно. Да и все. По поводу, как и всегда, Давидов, у них очень, у Давидова очень интересные бумажки он использует. Здесь, друзья, бумажка. Чтобы вы понимали, на что похожа, а не именно тут такая, понимаете? Когда вы окна заклеиваете себе на зиму, да, такой белой бумагой, вот здесь точно такая бумага. Белая-белая, ни одного кольца нету на ней. Прямо вот как рулон такой разматанный вот белой бумаги, понимаете, как картон. Вот. Бумага, что хочу сказать, довольно плотная здесь. Почему они так сделали, я не знаю, может быть, чтобы курилась долго. Вот. Набиты очень хорошо, правда, набиты хорошо, но когда прижимаешь их, это все-таки здесь еще играет свою роль, это толстая бумажка. Давайте закурим. О, какая она, красота какая. Очень легкие, день сладкие какие-то. Я не знаю, ребята, это какой-то дамский вариант. Курить я и так не могу. Это не курение, это получается, я гоняю просто на все. Кислород закидываю, блядь, с какой-то гарью и все. Понимаете, вкуса никакого нет вообще. Очень легкие сигареты. Настолько легкие, я не знаю, потому что самое, что ты воздуха затянешь, это у тебя больше голова, наверное, закружится из-за большого поступления кислорода в твой мозг, нежели от этих сигарет. Но мне приходится просто полить табак, делать большие затяжки. По крепости они нулевые, сразу говорю. Кто к среднему, средняя по крепости сигареты или чуть ниже среднего, они вам не подойдут, они очень легкие. Табака здесь нету точно. Табака, ребята, здесь в этих сигаретах нету. Вот про что и говорил Давидов. Что этот Давидов никакого отношения к бренду Давидов не имеет. Вообще никакого. Стыд, срам и позор. Лопаем эту мы капсулу этих новомодную. Вот лопнули мы. Давидов и Rich Fusion.
Арбуз. Точно чувствуется арбуз. Интересно сделал. Сейчас какая-то мята идет, а под конец арбуз. Я не знаю, здесь мята с арбузом или мята с яблоком, но арбуз здесь под конец, получается, вот мы сделаем затяжку, да, уже когда капсулу лопнули, делаем затяжку, вроде ничего не чувствуем. Выдыхаем, и идет таки выхлоп арбуза. Максимально приближенного к настоящему арбузу, именно вот послевкусие, и до сих пор оно остается во рту. По поводу капсулы, здесь арбузная, это очень достойная капсула. Редко такое бывает, но здесь... Вроде бы как и не переборщили с ментолом. Вот. И прямо вот, ну, наверное, из арбузов это лучше арбуз все-таки. Это лучше Филипп Моррис, там арбузный, лучше, что там еще я делал, на арбузы, на разное. Это вот пока самый лучший вариант по поводу арбуза. А вот уже к середине уже мята поперла. Но все равно этот все-таки арбуз чувствуется. Давайте, друзья, будем честны. Сигареты-то никакущие, они бестабачные. Здесь восстановлена табачная вот эта бумага, блядь, получается, вы поняли. Крашеная, я не знаю. Они без крепости. Вот. По поводу капсулы. Это здесь, наверное, лучший арбуз. Вот кому нравится арбузик, да? Арбуз здесь классный, но... Для кого делались эти сигареты, я не понимаю. На кого вообще они нацелены? На детей, на дам, которым не нужно табак, а нужно, блин, модно, может быть, так курить сейчас, да, дамам или малолеткам, я не знаю, я считаю, что курить никогда не модно, особенно малолеткам, вот, а тем более, если ты дама, то кури уже нормальное что-нибудь, а не это. Ради арбуза покупать эту капсулу, боже мой, за 111 рублей купи ты себе полкило арбуза и скушай. И здоровее будешь. Я, друзья, ни в коем случае я не буду рекомендовать эти сигареты к покупке. Только есть такие люди, которые именно вот реально вот капсульным что-то сладенькое нужно. Вот. Потому что арбуз здесь хороший. Только арбуз. Ух ты. Но под конец арбуз хороший до середины сигареты. Потом вы можете сразу выбрасывать эту сигарету. Курить их невозможно. Здесь ментол настолько ядреный, что прямо если вот через нос ты попробуешь выпустить дым, он тебя просто на все режет всю слизистую. Дискомфорт, посмотри, как будто я заплакал и плакать хочу. Понимаете? Так что, друзья, нет, нет и нет. Не знаю, зачем? Зачем вы это делаете? Это сигареты однодневки. Все капсульные сигареты — это сигареты однодневки. Практически, да? В 99% случаев. Сегодня вы эти сделали, через 3-4 месяца вы сразу выпускаете совсем другие сигареты. Потому что эти капсулы уже приедаются, они никому не интересны, понимаете? Они надоедают, их постоянно не будешь курить. Вот. Вообще не понимаю смысл. Сделайте, вы возьмите. Ну, табак туда хороший. Ну, ментол в обычную капсулу закиньте. Ментол с хорошим табаком классно вообще работает. Но это, извини меня, нет, конечно, нет. Никогда бы не дал бы 111 рублей за это. Это не сигареты. Нельзя. Почему называют это сигареты? Называйте сигаретный продукт, около сигаретный продукт. Как-нибудь. Но это не сигареты. Здесь табака-то нет никакого. Ну, какие это сигареты могут быть? Вообще, людей сейчас вот приучивают, да, что вот, это сигарет. Но это же не сигареты. Ну. Это я не знаю, что это. Как-то, говно. Одним словом. Все. Спасибо за просмотр, друзья. Ничего в них хорошего нету, как в принципе во всем куреве. Вы были на канале Ивана Вадим. Пока-пока, ребят. До новых встреч.